иметь ярко цели, которые на себя принимают вот эти вот проблемы, ну, известные вещи достаточно, да, поэтому про ребенка судить по его ребенку можно, но иметь в виду надо, что вы увидите только примерно. А увидите, в принципе, все то же самое. А по подростку? Из какого возраста можно опираться на этот дисплей? Могу сказать, что, во-первых, нижний предел возраста, когда можно обсуждать ребенка, его рисунки, ну, узнать что-то, что у него, тем, про что вы знаете. Вот. Поэтому с любого возраста, ну как, с любого, на котором вообще возможно, ну, как контакт. Да, конечно, вы спросите ребенка, если рисовать, они начинают сильно рано. Вот. Но тем не менее, маленькие детки тоже рисуют. Вот если вспоминать своих интересов, я же с ними, в общем-то, прицельно не работаю, только да, когда в семейном контексте это возникает. Ну, например, маленькие дети обязательно будут рисовать какие-то фрагменты человеческих тел, там головы, туловище, ручки, ножки. У них еще нет схемы тела собранной, да? Поэтому у них, а то у совсем маленьких, там у двухлетних они уже рисуют, но точно вы фрагментарность такой видите, да? Это не означает, что это патологическая фрагментарность. Ну, о состоянии его некоторой внутренней интеграции вы судить уже сможете, да? Например. Очень часто детки, ну, естественно, рисуют огромные головы, да, обычно пластика, потому что к этому возрасту уже точно успевают приучить, что гениталии это там, стыдно, грязно, неправильно, нельзя трогать, нельзя показывать, да, поэтому бодёрка. Детки обязательно будут рисовать. Ну и огромные глазки, да, у детей обычно много страхов, как известно. Да, то есть, в принципе, то есть, ну, вы увидите, в общем, примерно те же характерные черты, которые так известны. Ну, а тогда рисунок удобно использовать еще для степа, ну, как бы, некоторого представления о степени выраженности. Ну и про переживания, как ты там, вот когда можно обсуждать, как ты относишься, что ты видишь, что чувствует этот человечек, да, то есть, понятно, с детьми лучше работать в таком контексте, ну, какого-то вот, ну, там, обсуждения, такой игры, ну, такой сказочности, ну, проективности, по сути дела, да, то есть разговор у них тоже не конкретный такой, а во что он будет играть, какие у него мама и папа, ну и так далее, да, то есть вы можете пользоваться всегда любым рисунком как опорой для работы, да, то есть это, ну, как бы работа с рисунком, она тоже... Ну, я вот как родители часто приходят, что ребенок трогает гениталии, вот, что-то такое постоянно вот там руку держит, и девочки, и мальчики, и речь даже не в этом мастурбации, а просто вот... что-то такое вот, и спрашивают, как, что с этим делать. А чем с этим они хотят что-то делать? Хотим родителей, что они в этом видят, как они к этому относятся, как в их семье вообще ситуация с отношениями родителей. Все ли благополучно, или ребенок испытывает избыток напряжения. То есть дети интересоваться интересуются гениталии, это нормально. И играют во всякие игры, когда родители объяснили, тем не менее, градусники всякие для игр, ну и так далее. Там масса там, детская культура, она все время. Вот. А если ребенок постоянно держит, даже если не мастурбирует, это скорее говорит о большом сильном напряжении. Это еще ситуация была с собакой, что собака подошла, понюхала, и она ей позволила, девочка, летняя. Не позволила. Позволила, да, она ее стала лизать. Ну да. И? Ну и? Голенькая была девочка. А? Голенькая девочка. Да, здоровая. Ну вот, научила девочка, могла испытать какие-нибудь ощущения, да, да. Потому что понятно, если да. Вот. А раз и мама в ужасе, правильно, мама в ужасе, девочка и так не знает, как с этим обращаться, тут еще и мама в ужасе. А уж мама интегрирует девочку, то есть если она с приятными ощущениями может справиться, то с мамой в ужасе девочка не справится никак. Поэтому маму надо лечить. И собака. А? Собака. Собака. Работает собака. А что у собаки не в порядке? Собака-то с напряжением. Ну не ужасом, но тревогой какой-то.
Ну так а что в этом тревожного? Потому что собака... Ну для собаки это нормально. Для девочки тоже. Для девочки в принципе тоже. Но тогда ситуация, что маме, конечно, ну скажем так, ее это встревожило. Значит, она, мама не способна справляться со своей тревогой. Если могу маме диагноз поставить. Девочке все в порядке, сразу могу сказать. А маме нужно ставить диагноз, не способна контейнировать свои чувства, справляться со своей тревогой и конструктивные какие-то решения. Сказать, встревожилась, да. Ну, объяснила там собачка, ну, приятное ощущение, наверное, не стоит там, ну, как угодно. Но она мне ничего не видела. Но она испугалась. Она очень испугалась. Я, да. Я об этом и говорю, что мама не способна справляться со своей тревогой. А ребенки, они считывают не только слова, они считывают мимику, глаза. Я что про глаза говорю? Заметьте, что большие глаза – это и признак страха, и признак угрозы. Агрессия и страх в глазах очень смешиваются. И там большие глаза. Да, и поэтому, если у мамы глаза расширились всего лишь, да, и она не совладала со своим лицом, то вообще-то к ее возрасту, наверное, уже следовало бы учиться, чтобы не пугать ребенка. Да? То это означает, что лучше с мамой поработать. А если с мамой будет все в порядке, то и с девочкой понравится. Если даже ей понравится эта игра с собачкой, то через какой-то, если мама так мягко, деликатно ей объяснит, и в общем будет следить, чтобы она в трусиках переходила, или даже в брючках. Но очень деликатно. Главное не привлекать внимание ребенка к этой мысли. Потому что фиксируют детей родители, а не сами дети. Потому что они получают массу приятных ощущений, экспериментируют с собой, с телом, с вещами, с животными. Если их не зафиксировать, то даже если это приятные ощущения, они все-таки не те приятные ощущения, да, немножко другие, но приятные, но приятные, когда просто гладишь по головке или там щелку ближе. В общем, как-то вопрос к маме скорее, конечно. Вот. Ну что, в общем, как-то мне хочется перестать отвечать на вопрос. Да? Вот. И какого-то действия хочется, да, но вот я, насколько вы готовы, потому что в теме опоры, да, это, ну, как бы основная тема, и вы сейчас это увидели, да, в принципе, на рисунках, как не рисуй, как не знай, все равно ходить сложно по вот этой, ну, там, прыгалке, веревочке, которая носят, и в рисунке все равно потребность в опоре, она проявляется, поэтому вот если вы готовы к продолжению упражнения, или вы чего-то другого хотите? А? Не пустота, я не знаю, что. Ну вот, ну да, наверное, тогда пару слов, да, я, да, что хотела сказать. Да, вот то, что про маму, да, я себе просто пометила, как я вчера обдумывала, какие контексты здесь важны, то, что мы делаем, то, что происходит. Это связывание экспрессии, да, потому что часто вербально один контекст идет, а невербально совсем другой. Да, и очень часто мы можем видеть вот это вот расщепление между внутренним и внешним, да, по поводу отсутствия там лиц, там, каких-то частей, да, поэтому, ну, скажем так, да, там можно елейным голосом говорить, но вот там всеми способами показывать, как это ужасно, некрасиво или отвращение. Ну ничего, да, мы с тобой с этим справимся, говорит мама. Ребенок, он не знает, как реагировать, да, ему приходится только, ну, как бы расщепляться, да, и это основа расщепления, вот, ну, какое-то взаимодействие, такие вот двойные послания во взаимодействии, говорит одно, выражает другое, говорит одно, а прикосновение выражает другое, способ прикосновения уже не на уровне описания, да, там, виды контакта, да, просто, ну, вот, там, торопит игольчатым способом, да, как-то к ребенку своим родителям показывается. Ну, тогда, если в продолжении этой темы, сейчас я только посмотрю, что я вот хотела. А про стыд еще что-то? Про стыд, про тело. Ну, смотрите, у нас эта тема не стыда, а того, что... Мне хочется, хотелось бы тему опоры и взаимодействия продолжать. Вот. Но то, что касается стыда, значит, здесь следующие вещи. Есть социальный контекст, ведь мы же говорим о чем? Об уровнях анализа. И наша задача все время анализировать на разных уровнях. Да? Мы как терапевты не можем быть только на одном уровне. Потому что это как-то, ну, искажает истинную ситуацию, да, потому что мы, ну, как смотреть на там, кубик и говорить, что это квадрат. Ну, квадрат, он правда же квадрат, да, соответственно, с другой стороны, все-таки кубик. Вот. То есть нам нужен какой-то объем. Поэтому очень полезно применять вот этот способ мышления, восприятия, ну, как следовать, обучать себя этому, чтобы видеть разные уровни анализа. Поэтому в стыде мы обычно приучены видеть социальную часть. Запрет, блокирование, остановку.
неприятно, что сама неприятность этого чувства, то, что его связывали с оценкой всегда. Стыдно, а значит нехорошо, значит никто не должен видеть, значит не нужно это показывать, а еще лучше не попадать в такую ситуацию и не, как бы, не переживать это. Но с другой стороны, что такое стыд? Вообще и функцию стыда вы помните? Сколько лекций на тему прочитано, да? Функция стыда реально является остановка. Остановка некоторых преждевременных действий. Почему стыдно? Потому что несообразно ситуации, неадекватно, не попадает в контекст действий. Тогда важно, чтобы оно было остановлено. И, собственно говоря, биологическая функция стыда, не только социальная, как раз и заключается в остановке избыточного приближения, в остановке избыточного приближения к контакту с чем-то. И тогда здесь можно заметить, ну как бы наша задача, да, мы так постепенно будем это видеть, поддерживать вот все негативные переживания, неприятные переживания, ощущения, чувства, которые мы называем проблемами, поддерживать ресурсной частью, потому что, как известно, нет ничего одностороннего, однобокого, да, вот то, что имеет только одну какую-то плоскость. Нет, то есть вот от этого плоскостного восприятия многомерно переходить. Понятное дело, что в стыде есть и позитивная часть. Ну, первое, это хорошо останавливаться, если недостаток поддержки поля, например. Да, что такое стыд? Это поле не поддерживает. То есть социальный контекст стыда – это всегда, когда вот субъект этого действия, этого чувства встречается с отсутствием поддержки со стороны поля. Это всегда ситуация переживания стыда. Да? То есть вы двигаетесь, идете навстречу, распахиваете объятия. А мы с тобой где-то встречались? Стыд, да, сразу. Избыточное приближение, избыточная энергия, перескакивание ориентации, да, вообще что там с другой стороны, неизбежно чревато стыдом. Но с другой стороны, в стыде есть еще и другая его биологическая часть. Это энергия, которую вы можете чувствовать внутри себя. Что такое стыдно? Это жар, сердце колотится, щеки горят, тепло. Если его избыток, это правда дискомфортно. Но если это смущение, то есть то, что позволяет работать, сохранять вот эту функцию и биологическую, и социальную, то что смущение тоже останавливается, но приятно. Вы чувствуешь тепло, энергия есть? Но движение пока невозможно, потому что это тогда скорее ориентационная реакция смущения. Я смутилась, очень хорошо, да, реакция смущения – это чуточку отодвинуться всегда, да, но без того дискомфорта, который вызывает стыд. Да? Поэтому в стыде мы можем обнаружить вот ту часть, которая связана с энергией, с желанием приближаться, с потребностью. Да? Это, в общем, вполне приятно, мне нравится, я хочу, или я там рада, или там еще что-то. Да, у меня есть энергия, и самой энергии переживать приятно. Без той нагрузки социальной, которой вот это переживание нагружено. Да? И тогда это ресурсная часть стыда, да, это та энергия, которая есть в этом стыде. Энергия, тепло, азарт, заинтересованность. Да? Потому что нет стыда без заинтересованности, согласитесь. Собственно говоря, заинтересованность и останавливается. И тогда возникает такое переживание, которое мы называем стыдом. Да? Вот это вот остановка, несовпадение контекста. А сама заинтересованность, она вполне приятна. Вообще приятно быть заинтересованной, да? Азартными, там, ну как-то возбужденными, да? Ну вот, живыми. Поэтому эта работа со стыдом, она связана с обнаружением позитивной части себя, позитивной на уровне переживания, ощущений даже, да? То есть не чувств переживания, а ощущений. Ну вот. Ну, а поскольку мы так к социальному, я больше ничего не хочу говорить, поскольку мы так к социальному контексту перешли, то понятное дело, что действительно стыд, он правда, спасибо, действительно через стыд, это будет немножечко по-другому, другой поворот, ну как бы другой фокус, это, да, как на, можно смотреть на объемный предмет, правда, не только с двух или трех сторон фокусов, да, немножечко другой. В принципе, мы действительно существа социальные, не так дети так заинтересованы во взрослых, в глазах, в отношениях. Вот, агрессивность ребенка вся в его глазах, он захватывает, да, действительно. И в этом смысле мы правда нуждаемся не только в том, чтобы быть самостоятельными, да, потому что это как бы одна часть нашей жизни и очень важная, но и нуждаемся в поддержке извне, да, в контакте с другими людьми. Ну, а вот способ, которым мы обращаемся с этой поддержкой, он тоже может быть, ну, таким привычным, навязанным, не очень комфортным, не очень удобным, ну, искаженным, да, каким-то. Поэтому сейчас вот эта часть экспериментов, она тоже имеет отношение к теме опоры, но только уже опоры, связанные одновременно с взаимодействием с другим человеком.
Поэтому сейчас я хочу тогда, если вы готовы, вы совсем лежите, то есть вам нужно тут какую-то энергию, наверное, добавить, да, и упражнение готово. То есть упражнение, да, нужно подняться, упражнение спинами. Но прежде чем все встанут, я, наверное, попрошу кого-нибудь помочь мне опять продемонстрировать, что мы будем делать. Ну, кто-нибудь еще новый может быть. Ну, я не знаю, что это упражнение, поэтому я могу сделать. Хорошо? Нет, ну просто ты как бы, да, я понимаю, но... Может быть, еще кто-то же не находится. Нет, я посмотрю. Ваша задача встать и, облокотившись друг на друга спинами, разойтись как можно дальше. Дается мне опереться. Я сейчас расскажу, почему. В разных весовых категориях. Это не факт. Как можно, ну как. Так, и... Опереться некуда, настолько хорошо, что ты не поняла, что возможно мне некуда идти отступать. Некуда поверить. Стоять на пятках, да? То есть правда оказаться... На пятках не стоит. Мне дается, я понимаю, что я не могу. Почему я-то стою, да? Теперь она стоит. Серединочка. Хорошо.